течение в сторону моря, за этими холмами, вернее, в конце, перед этими холмами Скадарское озеро. Это была река Мурача. Бруда, который, из которой делают тот самый, пили, по-моему, немцы. Потом они пили фолию, как это называется, вот это, которое отрываешь и заворачивают, это сырье. И Китай-порт. Этот порт, покажу, и вот этот порт, чем кофе положить, это очень важный момент. Сахар никогда после кофе не добавляется, до кофе всегда. Значит, она закипела, потом ты поднимаешь эту турку, потом ставишь, и ты понимаешь, как она махом начинает подниматься. Ты ее, вот она еще поднимается, и вот это жжет, и вот так ты выливаешь это все в свою чашечку. И у тебя сверху получается, как они называют, такое мягкое. Можно по 5 таких чашек в день выпивать. А вот если с аппаратов кофе вы пьете, то чаще всего они, ну, без сахара. Потом есть обычно нашим кондиционерам, то район города Подгорица. Теплые полы не устанавливают. Это такой обман. Наши черногорцы стали ставить это. Так вот, и вот сюда они, конечно, ходят. Но не так смотреть, если на нее, то она не бурлит. И когда вся эта вода, речушками и так далее, у нас есть источников, и как водопады, все в наши каньоны. И вот эта река может достигать около 100 километров в час, в основном около до 60, так примерно. Сейчас она практически стоит, потому что летом, этой зимой не было снега, не было у нас в Калашине горнолыжного сезона, плюс 13, мной железная, да, абсолютно естественно, покрываться небольшой зеленью, вообще все реки. На одном из них можно увидеть национальный флаг или флаг страны, а с левой стороны его можно увидеть поближе. Вдумайтесь, посмотрите, как выглядит этот один из столбов. То есть почти потрогать можно. Так вот, вот эта автодорога всего, которая подходит, и они собираются, являются скалы. И... Так, я посчитала, 800 или 900 лет назад вот так строили. И это, которые вас будут встречать, и вернусь к вам, рассказу об этом монастыре. Это вот через него можно посмотреть на определенные вещи сегодняшнего дня другими глазами. Сейчас, секунду.